читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка, посвященная 150-летию Александра Ивановича Куприна, русского писателя. 7 сентября 2020 года ему исполнилось бы 150 лет со дня рождения. Его литературный талант развился еще в юношеские годы, когда юный Александр учился в Александровском военном училище в Москве. Он пишет разное. Он пишет очерки, репортажи, статьи. Наиболее удаются ему рассказы. Он переводит Гейне, Беранже. Своим учителем творческим он считает Льва Николаевича Толстого. В раннем творчестве он опирается на Достоевского. Ему нравится Тургенев, Некрасов. Он дружен с Чеховым, Горьким, Буниным. Его творчество пропитано музыкой. И вот музыка является лейтмотивом его произведений. В одном из ярчайших произведений «Гранатовый браслет» звучит вторая соната Бетховена. На нашей экспозиции эту музыку исполняет знаменитый пианист Эмиль Гилельс. Ориандр Шенгелая, великолепно сыгравший в «Гранатовом браслете» Веру Николаевну. В фильме 56 года «Колдунья» играет знаменитая Марина Влади, а Ирина Скопцева в фильме «Поединок». Таков наш Александр Иванович Куприн.